Ребята, почему мне вечно все песни, мне надо там? Да ты не звучишь внизу. А там прямо нехорошо. Ты не звучишь внизу. В принципе, я молчу. Я понять не могу ничего вообще. Поем. Можно ты начнешь, а не я? Поем. Поем. Да это высоко, там видно. Не высоко, а высоко. Это не высоко. Это не высоко. Ты поешь напеваючи, ты не опираешь звук. Хорошо. Нет энергетики, нет желания. В зале 450 стариков сидит. Бабушки, дедушки, которые эту песню любят. Максим, счастливо, пока. До встречи. Смотришь, вот это что такое, а? Ты понимаешь, что ты сейчас завысил, ты прям туда. Значит, у нас есть запас. Поем. Мясо сразу пошло. Еще разочек. Потом получится, как с этим. Сорента? Слабертилом Валерьевой. Сорента, Да, Сорента. Ну, вот сейчас завтра поднимаемся. Ну, давайте. Поем! Я не могу. Мне высоко. Высоко! Высоко. Александрович, опустите его на полтона. Не завышай. Не завышай! Обирай звук. И потом посмотри, ты же можешь верманту поставить сейчас. Мы же сейчас непонятно, какой мы припев поем по счету. Что же такое? То мне холодно, то мне жарко. Вообще. Внутри, внутри твоих следов. Если ты будешь, вот давай, ты же можешь. И пел. Внутри твоих следов лед расставания. Что такое? Ну ты мелодию не туда расставил. На следов лед. На этаже нота мы можем сделать? Пьем карандашка. Ай-яй-яй-яй-яй. Понимаешь, да, что это одна нота? Слёв, лёд. Одна и та же нота. Поём. Поём. Внутри твоих следов лёд расставания. А мне что, как мне? Мне как эту тоже ноту? Мне как её написать? Лёд ра. Какой интервал? Лёд ра. Без ритма. Сидим на А. Лёд расстояние. Вот так и пойдем сейчас. Александрович, задержитесь на А. Твои. Внутри твоих следов лёд ра. Лёд ра. Расстояние. Еще разочек точно так же поем. Поем. Внутри твоих следов лёд расставания. Я понимаю, ты меня любишь, не смотри на меня так. Смотри, Рамазан, ты смотри, что ты делаешь сейчас. Тебе для того, чтобы спеть одну и ту же ноту, ты сейчас убегаешь от ритмической пульсации, стараешься быстрее пиндюрить, чтобы она была та, какая надо. Так нельзя. Я же там задержался на расставании. Да, я тебе про лёд говорю. И следов лёд. Она же тоже должна быть хорошая, попёртая нотка. Лёд расставания. Ещё разок. Два.
рассорами петь. Цезуру поставь, лед нужно. Да, конечно, лед нужно брать. Дыхание, ты не берешь, тебе петь нечем. Потому что как бы твое подсознание говорит, ну мне лучше на одном дыхании тащить, раз одна и та же нота. Нет, милый мой, так не получится, Рамазан. Еще разок. Внутри твои следов. У тебя на полтона выше было. Лёд ра, лёд ра, ты сказал, там написано дом, куда мы прыгаем. Еще разок. Внутри твоих следов лёд ра, куда? 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 Ты понимаешь, Рамазан, буду бить. Мы уже это прошли, мы уже занимались, но ты уже знаешь, что нельзя петь. Поем. Внутри твои... Мы тоже две одинаковые. Внутри, внутри, внутри. Две одинаковых ноты. Ты умудряешься, Сыныч, он же не поет их одинаково. Почему? Ну почему? Не знаю. Уже написать надо, что они одинаковые. Да нет, я помню. Ну я все понятно. Я просто про этот лёд расставания думаю. Что, да? Да. Может быть, мы сначала споем вот это, а потом будем петь про лёд? Поем. Да. Внутри твоих следов лёд расставания. Но поверни следы обратно. Обратно, вместе со словами. Обратно, обратно. Ну ты обратно ее и верни туда, куда надо. Но поверни прямо отсюда два. Но поверни. По две ноточки идет одинаковых, я не знаю. Опять ра на 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 та ти да та са са па та 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 да да. Ну слушай, ну Рамазан. Две там, одна там, все, еще разочек. Оттуда же? Это же самое сложное место, это кульминация. Еще разочек, Александр. Внутри твоих следов лёд расставания. Нет, так не пойдет. Лёд должен быть льдом. Лёд. Где ё? Вообще там она где-то. Лёд ра, лёд ра, лёд ра. Ну лёд надо же спеть. А я его не пою. Ну ты сокращаешь почему-то. Еще раз. Внутри твоих следов. Вот забудь про согласные. Лёд. Поем без раз. Лёд. Стояния. Лёд. Поем. Лёд. Стояния. Да, ну можно спеть ания. Лёд. Пересиживай. Лёд. Стояния. Ну это на четверть тона ниже. Лёд. Давай согласный, чтобы слово родилось. Понимаешь? Еще разочек. Внутри твоих... Где внутри-то? Внутри у нас непонятно сколько нот. Внутри... Поем без согласных. Уи твои... Не поем согласные, поем. Уи.
Расставание. У тебя сейчас первые ноты были замечательные, они были чистые. Ну я понял, я про расставание. А расставание ты, Ани, тянешь. Расстояние, расставание. У тебя, Ани, вот это и нет ноты, потому что ты боишься, потому что не знаешь, что петь. Солнце мое. Ну ты же потому что просто не знаешь, что петь, а не потому что у тебя слуха нет. Еще разок то же самое место. Уи. Можешь уи петь. Ну, может, уже. Пой внутри, если только ты споешь так же, как Куи. Внутри твоих следов лед расставания. Ты, понимаете, ты не дотягиваешь. Ты немножечко, сейчас было лучше, я имею в виду по интонации. Но почему ты А не перетягиваешь? Почему ты спрыгиваешь на СТ? Ты понимаешь, что это криминально? Нужно на ра задержаться. Вот это все равно, что ты выходишь, понимаешь, вот ты понимаешь, что вот здесь вот сейчас вот там вот обрыв, все. Нет, ты туда прешь. Тебе нельзя туда ходить. Так нельзя петь. Расстояние. Нет у тебя протяжки этой А. Если ты ее протянешь, СТ скушается, но они будут слышны. Они все равно будут слышны. Еще разочек. Я уже не знаю, сколько можно сидеть, говорить про эту А. Внутри твоих следов лед расстояния, но поверни следы обратно. Я тебя сейчас поверну. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояние. Видишь, это расстояние. Бабочка, бяк-бяк-бяк-бяк-бяк крылышками, бяк-бяк-бяк. Сквозь расстояния. Ну не поем. Я все, я понял. Поем. Перетягивай ты их. Внутри твоих следов лед расстояния. Но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы. Ты сейчас все равно не тянул. Ты понимаешь, ты как бы ты ее искусственно протягиваешь. Тут надо чувствовать. Тут, понимаешь, мы же говорим, что у нас струны души. Струны души. Понимаешь, не кирпичики души. Никогда такого выражения не слышала. Вот то, что камень люди за душу, ну, за пазухой носят, такое есть выражение. Но у нас струны души. И одно в другое вытекает. А ты как бы протянул эту ноту, потом оторвал ее и дальше поешь. Так же не может быть. Она должна въехать дальше. Александр Ильич, внутри это с какой ноты начинается? Внутри. Я говорю, надо поднимать. Да? Ну поем. Начало поем. Прямо сначала сейчас поем. Со вступлением. Я тебе сразу сказала, ты не будешь петь той тональности, в которой муслим. Муслим – баритон. Я с тобой об этом говорила? А ты тенор. И то, что вы там хотите какого-то мяса давать, давайте это мясо. Но почему вы его все время даете тухлым, это мясо? Вы же не
поете, у вас интонации, да нет, у вас нет натяга. Это физиология, физиология. А не потому, что я не хочу, чтобы ты не пел там внизу. Александрович, дайте ему первую нотку. Вы страдали сейчас? Ну, да. Потому что... Вот, скажите, ну громко скажите. Да, я слышал. Не надо повторять. Я про то, что у меня это что? Выступление застряло в голове, где он просто поет. Вообще, ну все, и за ним. Ну, буду торопиться. Надо не торопиться, а чувствовать. Метр же в голове. Так-то. Но у меня в голове совершенно другое. А что у тебя таки в голове? То, что я скажу. Ага. Ты видишь концертную площадку, ты видишь Муслима. Нет, ну а я что? В смысле, у меня вот это вот, его метролитм в голове. Да он все равно там с оркестром был органичен. Ну понятно, но не так, так тут тоже сейчас живой инструмент, но органики-то нет, мы-то страдаем, сидим. Еще разок. Поехали. Твои следы. Но ты сейчас просто не знаешь, что петь. А по-моему там... Не дрожа светить, как угольки. Да ты сейчас вообще пришел на полтона ниже в тональности. Ты не сохранил тональность даже. И звезды в них светят, как угольки.
уже слетелось. Как угольки. Ну, поем, акапелля, Александр, давайте. А звезды в них дрожат. Ты понимаешь, идет, вот ты занимался по практике, великолепно занимался. Вот у тебя вот. А звезды в них дрожат, светясь. Вот это вот одна и та же нота. Светясь, как угольки. И опять вернуться. Ну, кладем микрофон с руками, тогда поем. А звезды поем. Звезды в них. А звезды в них. Светясь, как угольки. Нет. А звезды в них светятся, как угольки. Это все одна и та же нота. Как у. На у только спускаешься вниз. Перед этим все одна нота. Как угольки. И возвращаешься. Еще раз. А звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Подпиши, что это одна нота все. В тексте. Дрожа, светясь как? У тебя у только спускается вниз. А звезды в них дрожат, светясь, как угольки. И осветли звук. Еще разочек это место. И звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Дальше. Возьму в ладонь. Микрофон. Хотя бы один твой свет. Только трон. Просто снег. Он рассыпается. И вот в руке одна. Кусочек вступления, чтобы он вступал, потому что... Мне сложно говорить, так вот сейчас уберите! У меня троллит, держусь, я могу учиться. Да, ты денешься. Твои... Еще разок и со мной речи, будьте добры. Твои следы... А ты слышал, что я еще минуту это дал? Значит, еще звук сыграйте? Нет? Слушай. Нет, ты слышал сейчас? Да, да. А почему тогда ты ее не повторил? Не знаю. Да? Еще разок. Твои следы. Спасибо тебе. И звезды в них светят, как угольки. У тебя как туда же? Еще разок сначала. Ты же сейчас вступил, молодец. Мне уже кажется, Наталья, что вы даже мелодию уже как-то не так пришли. Да, я уже тоже не знаю. Может быть, ну, по крайней мере, я как в гармонии. Я уже не знаю, может быть, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ему легче. Ну, я продолжу то, что... Да? Так у тебя, ты мне альтернативу не предоставляешь. И слушать, понимаешь, вот слушать, у нас нет времени на урок. Поем. Дома будешь вымерять это все? Сейчас просто хотя бы стой в гармонии. Поем. Сначала, да? Твои следы. Светясь, как угольки. Возьму
Да? Да, на полтона выше. Нотка. Мои следы. Баба Женя гениальную музыку написал. Ты понимаешь?
Александр Ильич, ну на сколько времени? Мне надо Юлю отпускать. 15:05. У вас есть еще время на Рамазана? Ну, 10 минут еще, максимум. Ну, ты подождешь еще чуток? 10 минут подожди. Чтобы Александр Ильич отдыхал уже. Чтобы... Ты понимаешь, что это чувство? Да, это чувство. Вот оно идет так. Поем. Ты-то вот этого тата-то не чувствуешь? Я почему-то не чувствую. Ну так слушай, ну извините меня. Ты обязан чувствовать. Yeah.
следам. Огромное спасибо всем. Александр Иванович, вот мы утверждаем эту тональность, и сейчас просто был тест. Тест был. Ну, ты справился? Нет. То есть как ты справился? Может. Нет, я сейчас не про то, что там интонация все. Я имею в виду, что... Сейчас, Наталья Викторовна, сейчас вы ему помогали. Но я-то слышу. Я отдельно тебя не послушаю. Но все равно, я слышу. Я просто это протестировала, он справится. Ну, он тема. Добавьте сюда, извините, адреналин, который будет в кровище. Который вот так вот расплющит, вот так вот растаращит все связки, которые вот так вот провиснут. Как гамак. Как гамак на сцене. На сцене увеличивается, все увеличивается, резервы увеличиваются. Если мы сейчас будем вот это... А здесь не будет кульминации, не будет экспрессии, ничего не будет. Я его, конечно, не выпущу, если он не выручит. Я же его не выпущу. Ну, а что, враг народа, что ли? Но я очень хочу, чтобы он спел. Но 13 числа, но будут одни ветераны, пенсионеры, будут сидеть в зале. Эту песню, они же любят ее. Очень любят. Мне так понравился, как там ход спел, расставание. Первый раз. Да? Да. Ну, как бы хорошо, чтобы, раз, как бы хорошо, чтобы ты сказал, Наталья Викторовна, как я сегодня с собой доволен. Понимаешь, вот как? Ты молодец, ты сейчас все-таки ты справился, ты там постарался, но это все время, ты вот как там в песне написано, ты по льду ходишь. Вот все время вот так вот. А может еще раз, пожалуйста? Есть у вас еще? Ну, я сейчас не буду петь. Сейчас два припева и второй припев в модуляции, без меня. Но если ты сейчас не подключишь эмоции, ты не споешь. Поем. Сейчас модуляции. Сейчас сначала в ля, а потом на полтона выше. Ну, три поем. Ну? А я думал сначала. Припев, не надо сначала. А то я сейчас буду опять тормозить, а у нас три минуты. Поем. Внутри твоих следов лед раз. Заехала на полтона, и потом у тебя там цезура стоит. Ты не сможешь спеть без дыхания. У тебя перерыв. А мне сейчас бы нет! Не надо рисковать. Ладно. Такие вещи нужно четко брать дыхание. Еще разок. Внутри твоих следов. Ну почему ты на меня смотришь? Почему ты все время... Я не знаю, я жду вашу цену. Не надо меня ждать! А по собственным следам там не так сильно вниз, как... Ну там не каденция, там же повторы! Нет, я думаю... Там в доминанту надо прийти! Александр, еще разочек. Можно, пожалуйста, спойте по собственным следам, что-то по собственным следам. По собственным следам... Аккорд! Еще разочек. Ну, а там в той записи они в тоник уходили. Ну, там же... В смысле, там тоже модуляция есть? Да. Там есть, да? Там уходили в тонику. И что там? Там подготовка идет? Нет, там нет модуляции. А, ну хорошо. Хорошо, давайте так. Давайте так стоим. Тебе так будет удобнее? Хорошо. Приходи в тонику, потом Александр Валерьевич дает аккорд, подготавливает тебя и модуляция. Еще разочек, первый припев. Внутри твоих следов лед расставания, но поверни, следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным следам. Дыхание там, тут, значит, ты просто побоялся. Да он споет, Александр, отдыхайте.
Отдыхайте. Давайте еще, вот еще. Задание на вам, знаете, что будет? Все согласные убрать, спеть песню без согласных. Вообще без согласных, я имею в виду припев. Отдыхайте, мы вас потом. Прямо вот, я не знаю, убирай согласные, все, у тебя вот это вот, Юлька, все, давай, да, откройте окно хоть, надо, и иди сюда, откройте дверь, невозможно. После ансамбля, когда здесь было 15 человек, все, я сижу, мне уже плохо. А ты серьезно? У нас там палантины. А можно сюда все? Дверь откройте, проветрить на 5 секунд, настежь.